Привет, друзья! Меня еще... Сейчас, подожди. Сейчас. Привет, друзья! Меня зовут Щёга Артём, и вы в моей новой студии. Я, конечно, немножко переживаю, потому что я сегодня снимаю видео в новой своей студии. Мне немножко не по себе, непривычно, поэтому... Сегодняшнее видео, и это будет ознакомительное, с моей новой студией. Наверное, моя деятельность продолжается, но все мы знаем, что нет ничего вечного, нет ничего постоянного. И, конечно же, сегодняшний день и сегодняшние обстоятельства сложилось так, что я вынужден поменять был студию и, соответственно, как бы... Записываю для вас первое видео своей новой студии. Действительно, для меня это волнительно. Я очень хочу, чтобы вы меня поддержали. Поддержали в первую очередь лайком. Кто не подписан, кто заходит первый раз и видит мой канал первый раз, подпишитесь на мой канал. Этот канал о массаже, мой блог, о том, как я веду свою деятельность массажа. Кто уже давно за мной следит, я уже... Порядка 10 лет работаю с массажистами в сфере массажа, обучаю массажистов. Сам практикующий массажист с очень большим опытом и стажем работы. У меня мой канал направлен на то, чтобы делиться своими лайфхаками, делиться своими наработками. Как же сделать так, чтобы ваш массаж был максимально качественный? Как же сделать так, чтобы ваша работа была профессиональная, чтобы вы были профессионалы. В общем, мое видео сегодня нацелено на то, что я хочу рассказать, что в жизни нет ничего вечного. Нужно всегда развиваться, двигаться вперед, прогрессировать, учиться, учиться, учиться. И тогда точно у вас будет успех, у вас будет много клиентов, у вас будет много работы. Не бояться идти в что-то страшное. Вот, соответственно, мне тоже было очень сложно и тяжело оставлять свою студию, любимую студию, в которой я проработал порядка 7 лет, и мне действительно было очень тяжело, но, к сожалению или к счастью, я принял решение развиваться, двигаться дальше, становиться еще лучше, еще профессиональнее, что, собственно, и вам рекомендую не бояться, старайтесь идти там, где вам дискомфортно, там, где вам некомфортно. И тогда вы будете становиться еще профессиональнее, ну и, соответственно, будете развивать свои навыки, будете развиваться как личность, будете, в общем, двигаться вперед. Поэтому, что могу вам посоветовать молодым специалистам или просто людям, которые тоже ведут свой бизнес, может быть, ведут свой канал, может быть, занимаются тоже медиа каким-то развитием. Я рекомендую экспериментировать, импровизировать, стараться делать все возможное, чтобы людям было интересно смотреть на вас, людям интересно было за вами наблюдать. Я надеюсь, что вам интересно. И всех благодарю, своих постоянных зрителей, своих постоянных подписчиков и всех постоянных, кто ставит мне лайки, поддерживает меня и всегда стоит на моей стороне. Поэтому всем добра, всем удачи, всем мира. Всем счастья, любви и всем всего самого наилучшего. Поставьте лайк этому видео, если вы меня поддерживаете, если вы поддерживаете мои взгляды и, соответственно, нравится вам то, что я делаю для вас. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите свои адекватные комментарии под этим видео. И до встречи в следующем видео. Я уже буду в следующих видео для вас открывать новые темы. Новые свои наблюдения, новые свои практики, новые свои какие-то лайфхаки. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. И не забудьте подписаться. Все, всем пока-пока. До встречи в следующем видео. Пока-пока.